Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я хочу вам рассказать про сорт, который ко мне попал случайно. Здесь у меня всего три штучки, и этот сорт называется Корнабель. Что он из себя представляет, я мало про него знаю, но что знаю, вот я вам сейчас расскажу. Сорт растения должно быть высокое, оно вот даже вот видно, что садилось оно в одно время. Вот это пузатохатка, вот это корнабель, садилось в одно время. И посмотрите, какая разница. Но я думаю, что он должен быть большой, высокий. Единственное, что я знаю про него, что у него плоды 200, около 200 грамм, и урожайность его до 5 килограмм с куста. Так что буду ведрами собирать урожай. И еще что знаю про него, что плоды у него такие же, очень похожи на перчик, на болгарский перчик. Он вытянутый такие. И вот так как вот он у меня стоит здесь, три штучки, я его сегодня просто пересаживаю. Вот он у меня повядший немножечко, но это специально сделано для того, чтобы аккуратно пересадить, и чтобы я его не поломала. И вот начну, собственно, пересаживать. И так как я не знаю ничего про этот сорт, вот, ну, совершенно ничего, знаете, вот как будто бы я сегодня с луны, с пальмы спустилась. И если у кого-то что-то есть про этот сорт, ну, пожалуйста, свои комментарии вот под этим видео. Буду очень рада услышать что-то про этот сорт. Ну, хочется знать. Ну, приятельница-то нахвалила его. А что будет, я посмотрю. Так. Ну, естественно, я вытаскиваю его, обомну сейчас вот этот стаканчик. Ну, это у меня не все, конечно, быстро. Это можно было, конечно, и разрезать, но сделаю так, как я делаю. Он не пролитый у меня. И сейчас он спокойно у меня разделится на три. Вот, посмотрите, какие корешки у меня. Достаточно большие корешки, длинные. Ну, вот сейчас я разделю их. Чуточку оборву центральный корешок немножко. Он будет разветвляться. И закопаю его, естественно, поглубже, чтобы он еще дал корешки. А еще что знаю про этот сорт, что его надо подвязывать. И палка, которую мы будем подвязывать, она должна быть очень высокая. Ну и вот начинаю потихонечку засыпать. Часть той земли, которую я высыпала, часть другой. И потом я все это пролью слабым-слабым раствором марганца. Не забываем приминать землю под этим высоким помидором, томатом, как сейчас модно говорить, томат. И вот до первых листочков, собственно, я его заглубила. И этого будет достаточно. По мере роста я могу еще сюда буду досыпать земли. И теперь, конечно, я это пролью. Я сказала, что слабый раствор марганца у меня здесь. И вот я посадила такой прекрасный томат Корнабель. И как он будет расти, и вообще, что из него получится, будет какое-то следующее видео. Интересно, я думаю, нам проследить за тем, как он будет расти, развиваться. А сейчас, собственно, я хочу сказать, что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и до скорых встреч!